Здорово, народ! Сегодня пицца Доминос. Какой-то ля фужин, фигужин, фреш. Тут грибочки. Тут, короче, пицца. Изначальная стоимость 719 рублей. 33 сантиметра на тонком тесте. Всем приятного аппетита. Блин, почему я не заказал 4 сыра? Не знаю, мне что-то показалось, что это будет офигеть, какая вкусная пицца, но она вкусная. И я что, повзрослел, что ли? Тут маслины. Оливки. Блин. Кто-нибудь доедает вот эти вот штуки? Привезли мне ее. Блин, за 20 минут. Да тут рядом просто 600 метров ресторан. Тепленькую, горяченькую. Вот. Я вообще изначально хотел попробовать вот это гавайское с ананасами, блин. Чтоб вы меня тут проклинали. Потом увидел вот это. Тут и перчик, и помидорчики. Очень вкусный сыр. Кусай. Друг с Богу. Опа. Молодец. Чтобы больше поместилось начинки. Надо было попробовать на ультра тонком тесте. Есть обычная, классическая. Вот это тонкая. Ультра тонкая. Интересно. Капец. Во. Точно, кусай. Ну-ка, ну-ка. Опачки. Ну что так мало кусаешь? Больше надо. Давно я пиццу не хавал. В детстве помню мультик «Черепашки-ниндзя», кто помнит. Хрустяща. Они постоянно пиццу хавали, я думал. Блин, что у нас такого нету? Пойдешь на кухню, хлеба отрежешь. Подсолнечным маслом польешь. Чесноком натрешь. Вот тебе и пицца. Блин, постоянно путаю. Маслины, оливки. Оливки зеленые, по-моему, да? Маслины черные. Не помню. Тут помню, тут не помню. Капец. Пицца это вообще. Это люкс. Но она не мясная. Можно сказать, здоровая пища. Там были мясные, но Бен что-то
колбаски эти, пепперони вот эти, ну курица. А так если прям фарш говяжий туда бы, вот это было бы. О! Нифига себе, я что-то это. Топтанул. Голод не тетка. Я утром ничего не ел. Да, обычно по утрам особо не жру. А, мне вообще нахуй ничего не надо. Вот если закончится это все, я все сожру, все пропью, все проем и умру нахуй. Цитата великого Толяна. Офигеть, я думал, два кусочка съем и наемся. Если бы я вот это вот точил бы, вот это в горбушечке, может и осталось бы. А я ее всю, короче, серединку. Вупсень или пупсень. Я гусеница. Пьяный я кулитка. Блин, офигенная пицца. Молодцы. Молодцы, Доминос. Очень вкусная. Именно вот это, я думал, ну не будет такая прям. Думал так себе. Ну, мне понравилось, я ее с кайфом сожрал. Особенно когда ты голодный. Во. Прогрелся на путь. Вкусно. Да что я тут полкило, наверное. На работе вот в офисах кто? У кого что днюха, всегда пиццу заказывают для угощения. Дешево и вкусно, и быстро. Таким и питаются. Пицца да роллы. Такое каждый день не похаваешь, конечно. Так, можно раз, когда-никогда там порадовать.
вкусняшкой. Капец. Вот эта очерезочка сегодня у меня с кайфом прям заточил. Вкусно. Короче, вот такая сегодня вот такой обжор на вот такую пиццу. Доминос пицца. Красавчики, если вдруг увидите. Молодцы. За 20 минут быстренько горяченькую привезли. Все. Сам ресторан доставляет. У них есть доставка. Блин, ну классно. Я на Delivery Club вот это заказал. О, смотрите, зашел, выбрал, 719 рублей за пиццу, доставка сейчас Дели сделали, там, бесплатно, если, ну, какой-то порог есть, от там 600, допустим, заказываешь, то доставка бесплатно, вот, классно, доставка бесплатно, плюс промокод Доминос сделали, Доминос 25, пишешь, там, применить, 25% получается, она мне за 500, вообще чек привезли, 539 рублей вообще вышло, короче. Нормально. Обожрался. Ну, вот такие вот камыши. Было вкусно. Всем огромное спасибо. Всех вот так вот взял, обонял, приподнял. Вот. Здоровья вам большого, крепкого. И большого счастья в личной жизни. До новых встреч.